Доброе утро, уважаемые граждане. Сегодня разберем про переменный ток. Вот что они пишут. Общее понятие о переменном токе. Так как переменный ток в общем случае меняется в электрической цепи не только по величине и по направлению, то одно из направлений переменного тока считают положительным, а другое противоположно первому, условно отрицательным. Это вранье. Переменный ток не меняет свое направление. Он только может менять частоту, если прибавить и убавить. Для того, чтобы проверить это все, возьмите розетку с сети, приставьте туда индикатор. Индикатор будет показывать на одном 0, то есть не светится, на другом фазу. Подержите 10 минут. Фаза с нулем не переменилась. Значит, направление не поменял. То есть фаза не пошла на нуль, а нуль на фазу. Значит, переменный ток не меняет свое направление. Второй эксперимент. Возьмите фазу, проверьте индикатором. А второй конец возьмите с отопления, допустим, с парового, с трубы. Или с какой-нибудь земли. С водом провода зачистите там. И соедините один конец лампочки на этот, на трубу, а второй на фазу. Лампочка засветится. Также, значит, ноль берется с земли. А земля не меняет свое направление. Она все время ни положительная, ни отрицательная. Земля есть земля. Нулевая. Ноль. Почему называют ноль? Там зарядов есть, но почти нет. По сравнению с этим. То есть зарядов почти нет на земле. Какие-то мили там заряды. То есть это доказывает, что не меняет. А что же такое переменный ток? Переменный ток — это ток, который имеет частоту. А что такое частота, измеряемая в герцах? Это изменение не его направления, а изменение его импульса. Что такое импульс? Это изменение, значит, берем 50 герц. В одну секунду он делает как бы. Что он делает в одну секунду? Не в одну секунду, а в полсекунды. Он дает импульс, вторые полсекунды он ничего не дает. То есть импульсы, то есть переменный ток — это ток импульсный, а не переменный. Не меняются заряды положительные на отрицательные, потому что все заряды одинаковые. Вот. То есть это обычный заряд, у него нет ни плюса, ни минуса, есть ноль. Если где ноль, там нет зарядов. То есть есть или заряжен, или ноль. Все. Минуса нету. Значит, переменный ток не меняет свои заряды. Это просто он меняет что? Каждую секунду 50 Гц в сети. Каждые полсекунды он дает импульс. То есть дает ток, полсекунды нет. Полсекунды дает, полсекунды нет. Вот это и есть частота. А постоянный ток такой же самый, но он дает, не дает частоты. Но если бывает постоянно, там дает какую-то частоту, это уже не постоянно, это постоянно плохого качества. То есть переменный он как бы мигает. То есть идет, останавливается. Но как так это проходит за полсекунды, мы этого не замечаем. Ну, видим по стрелке, там стрелка дрожит, может быть, вольтметра. Но направление не меняется. Это врут. Вот что такое является переменный ток. А нам брешут. И в школе брешут. На этом заканчиваем. До свидания. До следующих встреч в эфире.